Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какой комплектик у нас уже вырисовывается. Сегодня я положила мою теперь уже любимую шляпу, чтобы показать вам некоторое дополнение. Речь сегодня пойдет не о шляпе. Сегодня будем с вами продолжать вязать вот эту великолепную тунику трансформер. Покажу я, что у меня уже получилось и как я собираюсь двигаться дальше. А шляпу я показываю вам. Видите, здесь вот немножко преобразованный ободок. Вы этого не видели в прошлых видео. Кстати, большое спасибо вам за ваши комментарии. Мне очень-очень было приятно их читать. Именно вот по поводу шляпы. Да и вообще я, конечно же, люблю читать ваши комментарии. Вот так вот я обвязала ободок шляпы. И она стала смотреться совершенно по-другому. Ну а сейчас давайте плавно перейдем к нашей красивенной тунике-трансформеру, которую я продолжаю вязать. Значит, смотрите, мои хорошие, я уже вывязала одну часть, так скажем, лифа, это вот район выреза, и район проймы рукава. По поводу рукава у меня возникли другие идеи, сейчас я поделюсь с вами с ними. Я хочу связать платье тунику без рукавов. Вчера было такое жаркое лето у нас, такой жаркий день, было 33 градуса на улице, и я подумала, мы вот собираемся в отпуск, что возможно в тех краях, где мы будем, будет еще жарче, а мне так хочется поносить вот эту тунику, возможно, я все-таки успею ее связать до отпуска. И вот пришла идея, а почему бы мне не связать тунику, платье без рукавов. Я уже вот красиво здесь подготовила, так скажем, пройму рукава. И если вдруг я надумаю связать все-таки рукав, возможно, он будет такой до локтя, или может быть, я свяжу к этому платью еще дополнительно болеро. В общем, вот такая идея возникла, чтобы именно это платье-туника было платьем без рукава, чтобы можно было носить в жаркую погоду. Но это все мои мысли. Вы можете, конечно же, вязать по-другому. Я еще даже сама не знаю, как закончится у меня эта туника. Пока вот такие мысли по поводу рукава и по поводу связать отдельно болеро, которое будет одеваться сверху. Вот таким вот ажурным рисунком. Теперь, мои хорошие, посмотрите, что я сделала. То есть роль подреза, так скажем, вот видите, да? Я закрыла просто вот эти петли, прошлась, так скажем, соединительными петлями. И потом взяла вот здесь вот у меня 4 петельки. Видите, столбиков без накида. Я их позаимствовала вот в этом узоре. Вот они, эти 4 столбика, которые вот я взяла из узора. Как видите, у меня узор заканчивается и начинается вот в этом месте по-разному. Сейчас возьму указочку, так скажем, чтобы пальцем не тыкать. Видите, как начинается узор вот здесь и как он начинается вот здесь. То есть видим разницу. Почему так? Потому что вот эти петельки, которые по узору, по схеме, кстати, схема есть во вкладке в сообществе, и, конечно же, схема есть непосредственно в видео, где мы вяжем с вами именно этот узор. Так вот, мои хорошие, позаимствовав вот эти петельки
взяв их из узора, я просто провязывала столбиками с одним накидом, чтобы получился вот такой кантик. А здесь узор заканчивается по схеме. И потом, конечно же, начинается вот скос для выреза горловины. Значит, что по размерам? У меня, как видите, платье достаточно длинное. 1,20 м длина платья. Платье-туника, да. Потому что будут достаточно хорошие такие внушительные разрезы. Вот он, линия разреза. То есть 30 сантиметров это пойдет на разрез. Поэтому, ну, в принципе, и по идее, которую я брала из интернета, там достаточно длинное платье-туника. По фото вы это можете увидеть. Ну и, в принципе, с таким внушительным вырезом горловины V-образным, да, с такой моделью, то есть оно будет абсолютно прямое, можно будет носить как под поясок, поясок на бедрах, поясок на талии, то есть вариантов много. Ну, я просто говорю так, как вижу я. 1,20 м у меня длина платья. По ширине, если взять вот здесь вот, я не помню, я говорила в видео или нет, по-моему, говорила. То есть вот эта ширина платья, сейчас отойду подальше, составляет 60 сантиметров. Это на мой размер 48-50. То есть оно достаточно такое аккуратненькое, не объемное. Думаю, что должно получиться красиво. Сейчас немножко расскажу на пальцах, а потом покажу, как я это делала. Итак, здесь у нас мы вязали, были вот эти вот, так скажем, начало и, ну, то есть наш рисунок был обрамлен вот такой вот рамкой из вот этих 7 столбиков с накидом. Вот когда я дошла до линии, где нужно делать подрез для проймы рукава, я оставила эти вот петельки, их здесь у меня 7 получается, просто для подреза. А потом, позаимствовав в узоре вот эти, там у меня 4 петли и 3 петли подъема, то есть 4 столбика получается, 1, 2, 3, 4. То есть изначально было 5 или 6, а потом я сузила во втором или в третьем ряду, по-моему, во втором ряду сразу, и оставила вот здесь вот буквально, видите, вот 1, 2, 3, 4 столбика и вот это петли подъема при повороте, чтобы получился вот такой красивый край проймы для руки. И как я делала убавление, то есть как я делала вот этот вот красивый скос. Не смотрите, что он такой внушительный. Скорее всего, это пройма, вернее, ну да, вырез для горловины. Я буду обвязывать такой вот мережкой, чтобы вот как-то соединить вот этот элемент, который присутствует в платье туники, чтобы он появился вот здесь. Здесь будет обвязка, то есть столбик с накидом воздушка, столбик с накидом воздушка. И получится вот такая мережка. Возможно, в нее будет продеваться какая-то контрастная кулиска. Или, может быть, даже атласная лента. Это я еще пока не решила. Но то, что вот здесь вот будет обвязка, это точно. И, естественно, эта пройма станет немножко меньше. Ну, она вот в районе, так скажем, в районе груди начинается чуть выше. То есть вот такая она получилась. Как я это делала? Значит, здесь понятно, здесь просто эти петли мы оставили в покое. Дальше пошли вязать наш узор. Потом, дойдя до середины, вот здесь вот я связала 2 столбика с одним накидом вместе. То есть сделала сужение. И вот это сужение идет у меня в каждом втором ряду. То есть через ряд. Значит, если, так скажем, договориться, что это у нас лицо, в конце ряда я сделала сужение, перевернула вязание, вяжу просто без всяких убавок. Опять в следующем ряду, в конце ряда, я делаю сужение. То есть получается, в каждом втором ряду я делала сужение.
дойдя вот сюда до вот этой линии, где у меня в итоге оставалось 4 столбика с одним накидом, я прекратила делать сужение. То есть вот здесь вот несколько рядов просто провязаны прямо без сужения. Как видите, сейчас я вам скажу, сколько по раппортам узора, я имею в виду раппорт узора, который идет вверх. Посмотрите, откуда начинается пройма рукава, так скажем, пройма для руки. И, в принципе, на этой же линии сразу же пошло у меня сужение. То есть вырез V-образной горловины и пройма для руки, они находятся на одном уровне. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4. 4 раппорта узора вверх. И практически 5 без вот этого одного веерочка. Видите? Здесь вот, так скажем, 2 ряда веерочка. А 3 я не стала делать, чтобы вот эта, ну так скажем, часть, здесь по 5 воздушек, была более устойчивой, что ли, более плотной, хорошо, так скажем, выглядела. И потом я поменяла крючок с двоечки на полтора, и вот это вот здесь буквально, видите, 3 ряда столбиков с одним накидом я провязала крючком полтора, чтобы укрепить вот эту линию плеча. Она стала плотнее, и она при отпаривании стала очень красиво лежать. Когда я перевязывала вот это место, вязала одним и тем же крючком, у меня получилось при отпаривании вот такие некрасивые, то есть с одной и с другой стороны вот такая трапеция получилась. И я распустила эти вот 2-3 ряда, поменяла крючок на меньше, и вот такой краешек красивый получился. Думаю, что я объяснила вам понятно этот момент. Что мы будем делать дальше? Да, я вот здесь вот не буду обрывать ниточку. Вдруг мне придется перевязывать, чтобы поменьше было узелков. Я просто ниточкой из другого моточка присоединюсь вот в этом месте. И мы с вами начнем вязать вот эту вот вторую часть, так скажем, нашего лифа. Ну, это в области лифа идет, поэтому давайте назовем, что это мы сейчас с вами вяжем область лифа. Что по расходу ниточек? На вот это вот все, то, что я связала, то, что вы видите, ушло, вернее, даже не ушло, а уйдет 5 моточков, то есть это 250 грамм. Вот у меня 5-й моточек. Его хватит, чтобы связать вот эту вот вторую нашу часть, которую мы сейчас будем с вами вязать. И в итоге платье будет весить, если без рукавов, где-то 500 грамм. Это вот на размер 48-50. Если, конечно же, я надумаю связать рукава или болеро, то еще грамм 200-250. В принципе, мои расчеты правильные. Я уже вам говорила об этом, о расчетах и о расходе пряжи в предыдущих видео. Сейчас настрою камеру и покажу начало, как мы будем вязать вторую часть. Думаю, по первой у вас вопросов не возникнет. Вторая часть, естественно, будет вязаться в зеркальном отражении. То есть, если здесь мы делали убавки в конце ряда, то в этой части мы будем делать убавки в начале ряда. Вот, в принципе, и все отличие. Ну, а дальше все понятно. Здесь оставим также вот это место для подреза в области проймы рукава. И начнем вязать нашу вторую вот эту часть. Сейчас немножко обратим внимание на схему. Уже такая помятая, побывала во всех парках, наверное, Москвы. Вчера целый день я вязала на воздухе. Итак, вот эти петли, которые я позаимствовала в схеме, чтобы
провязать нам сейчас. Найду. Ой, господи, где она? Чтобы сделать вот этот красивый кантик, да, в области рукава. Чтобы наш узор как бы был обрамлен в рамочку. Посмотрите, как красиво получилось. То есть со всех сторон наш узор вот этот обрамлен как будто в рамку. И вот, вот здесь вот я взяла вот эти вот петельки. То есть одно начало вот этого узора у меня начинается теперь вот так. То есть вот эти петли — это у нас столбики с одним накидом. Дальше пошел наш узор. Заканчивается узор по схеме. То есть он не меняется. Итак, мои хорошие, давайте приступим вязать вторую часть в зеркальном отражении. Я беру другой моточек, я уже говорила об этом. Присоединяюсь вот в этом месте. Делаю 3 воздушные петли. 2, 3. Хвостик сейчас мы этот сразу привяжем. Делаю накид на крючок. И провязываю столбик. Это у нас произошло первая, так скажем, убавка. То есть это у нас будет считаться один столбик. Значит, должно получиться 20 столбиков. Как мы помним, здесь у нас 21 столбик вот здесь был. Чтобы проверять себя, просто каждый раз себе отмечайте, сколько столбиков у вас должно остаться. Итак, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В принципе, можно уже оставить ниточку, не привязывать ее. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот одну петельку мы уже с вами вот здесь вот убрали. Видите, у нас пошло, вот даже видно, вот он наш V-образный вырез начинает вырисовываться. Дальше мы вяжем по рисунку. По рисунку у нас идет сейчас вот этот ряд из 11 воздушек. Я провяжу его самостоятельно, чтобы не в камеру, и вы свяжете. И дальше встретимся вот здесь вот. Я покажу то, о чем я говорила, как сделать вот этот красивый кантик в области рукава. Сейчас вяжем ряд из 11 воздушек, то есть вот этот вот первый ряд по схеме. Вот смотрите, я практически дошла до конца. По идее, если бы мы не делали вот здесь подрез, а вязали прямо, я бы сейчас вязала 11 воздушек по схеме, как у нас вот в схеме, и потом пошла вязать вот эти столбики с одним накидом. Но нам нужно оставить вот здесь линию подреза, а здесь связать вот эту кайму из 4 столбиков с одним накидом. Поэтому я сделала присоединение вот из 11 воздушек. Сейчас я делаю 5 воздушных петель.
подъема. Раз, два, три, четыре, пять, не 11. Опять делаю накид на крючок. Вот сюда, в этот столбик с одним накидом предыдущего ряда, первый прикрепилась. И еще вяжу 5 столбиков с одним накидом под арочку вот эту. Раз, два, три, четыре. И 5-й столбик для прочности мы вот сюда сделаем, чтобы у нас пройма выглядела красиво. Вот все, линия подреза у нас осталась. Переворачиваем вязание. Делаем опять петли подъема. Раз, два, три. И вот здесь вот я сразу убираю вот эти наши 5 петель, а оставляю 4. Петли подъема я сделала. Не до конца довязываю один столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. И теперь все провязала вместе. У меня же там с той стороны 4 столбика с одним накидом. Вот я их и убираю. То есть в самом первом ряду я делаю так, чтобы у меня осталось, то есть первое сужение. Сейчас будет, наверное, 5 столбиков. В следующем ряду мы еще один столбик таким же образом уберем. И у нас получится одинаковая наша кайма. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, 5. И вот это вот петли подъема. То есть один столбик нам нужно убрать в следующем ряду, чтобы получилось 4 столбика и петли подъема. Думаю, что это понятно. Дальше вяжем по узору, ну так скажем, укороченному узору, потому что мы позаимствовали в нашем узоре 5 петель. Итак, сейчас мы будем вязать вот этот ряд. Мы его укоротили, вот так вот можно закрыть и посмотреть, что мы сейчас будем делать. 5 воздушек прикреп, 5 воздушек прикреп, и пошел наш вязаться веерочек. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять. Прикрепились столбиком без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Еще 5 воздушек. 3, 4, 5. Вот сюда прикреп столбиком без накида. И пошел вязаться наш веерочек из 9 столбиков с двумя накидами. 2, 3, 4. Сейчас брошу на пол. Мне так удобнее будет разматывать ниточку. 3. Так, что там у нас? 4. 5. 6, 7. То есть мы сейчас вяжем просто по рисунку. 8. Смотрим в схему и вяжем. Сделали прикреп. Что у нас дальше идет? Дальше идет у нас 11 столбиков. Ой, в смысле 11 воздушек прикреп. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сделали прикреп. 5, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сделали прикреп и вяжем наш веерочек. На самом деле схема очень простая, да, и туника на самом деле очень простая. Просто единственное, нужно внимательно смотреть схему, не пропускать рядов,
И тогда будет все замечательно. Вяжется просто. А выглядеть будет, я думаю, достаточно эффектно. Да. Еще с шляпой, еще у нас сумочка впереди нас ждет. Кстати, по поводу сумочки. Девочки, я нашла фабрику, которая изготавливает вот эти джутовые канаты, там всякие веревки. Находится в Долгопрудном. Мы как-нибудь съездим туда на машине, и там очень хорошее качество вот этих джутовых шпагатов. И я скомбинирую вот сумочку с этим джутовым шпагатом и с той рафией, которую предоставил магазин Stowool It. В остатке у нас 3 мотка, и мы тогда свяжем сумочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все на месте. Делаем прикреп. 11 воздушек. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Вот сюда прикреп. То есть понимаем, вот эта часть у нас четко по схеме идет. А здесь мы немножечко меняем начало узора, потому что мы позаимствовали в этом узоре несколько петель, чтобы у нас красивый кантик получился. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, накид. И у нас здесь сейчас должно получиться 20 столбиков с одним накидом. Проверяйте себя, потому что здесь можно легко запутаться. Вот эти петли подъема у нас же будут идти в начале ряда. Почему я еще показываю именно эту часть? Потому что ту часть, которую я связала, там вязать немножко проще. Потому что убавки для V-образного выреза горловины мы делаем в конце ряда. А потом только идет у нас ряд со столбиками, с тремя петлями вот этими подъема, где мы не делаем убавки. И там намного проще. Здесь же у нас наоборот. То есть сейчас мы вяжем ряд без убавок, а следующий ряд у нас будет с убавками и с петлями подъема. И вот чтобы не запутаться, где у нас петля подъема, где у нас убавка, чтобы у нас красиво получилась вторая часть нашей платья-туники. Вот поэтому лучше считать. Сейчас у нас должно быть 20 столбиков с одним накидом, потому что мы уже сделали одну убавку. Сейчас я вот провяжу и пересчитаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот видите, 19. Значит, вот он этот столбик. Не пропустите его. Повторюсь, лучше здесь все считать. Вот 20. Теперь переворачиваем вязание. Перевернули вязание, делаем 3 воздушные петли подъема для следующего ряда, накид на крючок, и смотрите, как здесь можно сделать без лишних, так скажем, телодвижений. Вот в эту первую самую дырочку не до конца столбик сделали, во вторую сделали. И теперь провязываем все вместе. Вот у нас получилось, это будет считаться как один столбик. То есть у нас должно сейчас получиться 19 столбиков. Считаем этот столбик у нас. Раз получилось. Два. Три. Четыре. 5, 6, сейчас нитку отмотаю,
7, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот видите, все у нас хорошо получилось. И запоминаем, что когда мы будем возвращаться, у нас вот здесь должно быть 19 рядов. Вот этот последний столбик не пропустите, чтобы вот здесь, вот видите, как красиво начала вырисовываться вторая часть вот этого V-образного выреза. Ну вот, в принципе, и все, мои хорошие. Дальше опять вяжем наш узор. Здесь у нас уже вырисовываются наши вот эти столбики. В конце ряда я уберу еще один столбик. Вот здесь, вот с этой стороны. Сделаю убавку, чтобы осталось 4 столбика и петли подъема. И все. Вот таким вот образом, убавляя теперь в начале ряда, да, в начале ряда через ряд. То есть получается, в каждом втором ряду мы делаем убавки практически до конца. Когда останется 4 столбика с одним накидом, мы не делаем убавки, вяжем прямо вот эту вот часть. И не довязывая один веерок вот в этом последнем рапорте узора вверх, который идет. Ну вот, думаю, что это понятно. Я пойду вязать дальше эту красоту. Все-таки я надеюсь, что я хотя бы платье без рукавов пока успею до отпуска. У меня здесь осталась неделя где-то связать. Уж очень хочется мне одеть это красивое платье вместе со шляпой. Конечно же, сумочку мы не успеем связать до отпуска. Ну вот, я постаралась донести до вас то, что хотела. Если кому-то что-то непонятно, задавайте вопросы в ваших комментариях. А на этом я буду заканчивать наше видео. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.